Экспресс. Много лет назад, накануне Рождества... Идет снег, луны не видно, на улице нет фонарей. Тогда что это за прямые лучи света падают на пацана? Изогнутый диск не искажает отражение главного героя. Причем полосы на бейсбольном мяче меняют расположение между кадрами. Северный полюс. Ледяная пустыня. Совершенно необитаемо. Очко твое необитаемо. На Северном полюсе есть животные, и очень даже особенные. Полярные совы, северные олени, песцы, белые медведи и так далее. В смысле? Это же мой адрес. Ну-ка. Ребят! Сейчас. Ассаламу алейкум. Куда едем? На Северный полюс, конечно. Это Полярный экспресс. Так, ребят, сейчас мне предстоит долгая поездка в поезде. Надо бы скачать подкасты с Яндекс.Музыки. Не слышали? Там же появились подкасты со Звездными войнами, аудиоспектакль. Ладно, сейчас расскажу. Недавно в Яндекс.Музыке появились подкасты по Звездным войнам. Это аудиоспектакль, в котором уже вышло несколько эпизодов. Не знаю, как вы, но я залип в них надолго. Прослушав несколько серий, остался под большим впечатлением. Звуки ветра, боя на мечах, техники, стрельбы, бластеров – все это создает нереальную атмосферу. Круче, чем в кино. Рекомендую. Также в крупнейшем музыкальном стримингом сервисе Яндекс.Музыка огромная подборка композиций. Более 40 миллионов композиций, свежие релизы каждую неделю. Переслушать все не получится. Ну и самое крутое, что Яндекс.Музыка всегда с вами. В вашем смартфоне. Качайте приложение, слушайте любимые треки и не забывайте о подкасте спектакля по Звездным войнам. Вспомните, с чего началась невероятная трилогия. Ссылку я оставлю в комментариях, качайте и наслаждайтесь. А, мне же поезд ждет, плюс. А, так за дверью включен свет? Почему, когда он смотрел через скважину, свет бил очень ярко, а здесь через эту же скважину не проходит ни единого фотона света? Странно. Когда родители заходили в его комнату, на кровати халат не висел. В доме свет от поезда был настолько ярким, что освещал всю комнату. Но на улице поезд мало того, что сам дом осветить не может, так еще и окутан туманом. И еще кое-что, что я понять не могу. Пока пацан находился в комнате, мимо окна проехала куча вагонов, но выйдя на улицу, головной вагон стоит буквально напротив его дома. То есть весь поезд проехал мимо окна, затем пока пацан выходил на улицу, поезд сдал назад что ли? Америка, Америка, эксплейн! Америка, эксплейн! Так, я не понял, я вижу следы после того, как он проскользил, но здесь он поднимает левую ногу, не оставив при этом следа. Его левая нога была на шаг позади вот здесь, но он только что стоял прямо, а не в четвертой позиции на хореографии. Ну, ты с нами? Куда? Хороший вопрос. Хочу об этом спросить те буквы позади пацана, которые куда-то пропали пару секунд назад. Поезд. Какой это поезд, знаешь? Неужели нет? В смысле, а должен? Приезжает какой-то подозрительный дядька и предлагает сесть в его неопознанный транспорт? Конечно, каждый второй на этой планете знает, что за поезда прибывают к ним на дом. Как бы и вправду возникает вопрос, откуда остальные дети знают, что это за поезд? Но это модель Болдуин 284S3 парового локомотива. Первый образец построен в 1931 году. На самом деле нет. Это не Болдуин, а Пэр Маркет 1941 года. Приготовьте билеты. При вырезе одной лишь буквы B вылетело 42 кусочка бумаги, я посчитал. Но в итоге у буквы B вырезов всего 17.
Судя по наклону кружки, очкастый уже выпил все какао, но после этого он все равно пьет дальше. То ли при рендере что-то пошло не так, то ли эти повара призраки, но в эти секунды они прозрачные, сквозь них видно официантов и детей. А вот здесь уже текстура пальцев прошла сквозь сиденье. Но вместо сахара он сыпал в него красный перец. Она оставила свой билет. На самом деле нет. Только что она встала со своего места, и никакого билета там не было. Не, ну это ржомба. Поезд на огромной скорости, а билет каким-то чертом летит по направлению поезда, а не назад. Я не понял, это чё? Сколько здесь вагонов у поезда? В течение всего фильма вагонов с окнами было всего 5. Что, простите? Это сейчас орлёнок своим клювом выплюнул билет со звуком человеческих губ? Да, пережёванный и сжатый билет раскроется и разгладится, если окутать его в снег. Постойте! В смысле, только что из-за снегопада не было видно ничего на пару метров вперед. Здесь же все отлично видно. Я должен проснуться. Проснись! Следы позади совсем не совпадают со следами, что были во время разговора. Так если все это не сон, и он чувствует боль, то почему он не чувствует страшный северный холод? Человек умирает спустя 20 минут при нулевой температуре, но это без одежды, правда. Искупавшись в угле, пацан не испачкался. Эй! Ты? Меня оставили за главным! А машинист фару чинит. Что здесь происходит? Зачем было идти через крышу поезда и оставлять ее в кабине машиниста? Можно было просто пройтись по всем вагонам, через вагон с игрушками, затем по лестнице через угли. И тупик! Застряли! Мы попались! Кондуктор не отбрасывает тень от фары поезда. Нужно крепче держать! Во-первых, вагоны поезда не могут изгибаться под такие изогнутые рельсы. Ситуация должна будет выглядеть примерно вот так. Во-вторых, что этот Санта себе позволяет? В вагоне с детьми нет никакой техники безопасности, нет элементарных ремней. Половина там уже сдохли от сотрясения мозга, а другая половина мучается от сильных переломов. В-третьих, поезд слишком тяжелый, при спуске вниз на такой скорости деревянные рельсы просто сломаются. Дальше все покрыто льдом! Ну молодцы, чё, волшебный поезд, официанты летать умеют, Санта по-братски к себе приглашает, а нормальные безопасные рельсы для детей провести нельзя. Угу, огромный поезд оставляет на льду лишь следы, а какая-то маленькая какашка проделала в нем трещины. Рыбаки зимой еле как сверлят во льдах дырки, а эта железка полностью пробивает лед. Смотрите! При трещинах на льду он не взрывается вот так. Разворачивайте свою повозку! Поезда не могут поворачивать налево и направо просто так, по крайней мере без рельсов точно. Хватился за поручень, а он сломался. Я потерял равновесие, но не свалился. Вот прямо на глазах поезд изгибается. Но не свалился с этого поезда. Брошенные и покинутые. Осторожно, осторожно, смотрите под ноги. Почему в этом вагоне свет не горит? Снаружи все вагоны с окнами светят ярким светом. Свет не горит, свет горит. Подождите, дети все еще живы? После этого и этого? Смотрите!
Северное сияние. Какое-то оно пьяное. Появляется оно не так быстро и не болтается так сильно. Тень этого эльфа живет своей жизнью, никак не связанной с самим эльфом. Красное и зеленое — это все, на что они способны! Идиотская система. В мире полно одноименных детей. Зачастую вот эти надписи с именами ничего не дают эльфам. Даже с фамилией все равно будут путаться. У них каждый раз, когда кто-то делает что-то плохое, срабатывает сигнализация. В таком случае она должна трубить постоянно, не прекращаясь. Бумаги на это не хватит. Да и как эта система действует, если сейчас время замерло на без 5:12? Это еще не считая вопроса о часовых поясах. Предупредим главного. Этот мальчик останется без подарка. Голос эльфа совсем не совпадает с движением его губ. Зачем нужны все эти жёлобы и горки, если все равно все подарки падают в один мешок Санты? Судя по всему, на эту звезду гравитация действует как-то иначе. Либо сделана она из пенопласта, что эльфы успели упасть раньше. Красная ленточка от колокольчика направлена вправо от его оси. С этого ракурса ленточка уже по направлению оси колокольчика. Я верю. А вдруг все это только сон? А в чем проблема? Вы оба живете в одном городе. После этого Рождества можете встретиться и вспомнить все события, тем самым поняв, что это был не сон. И прочь, прочь, учимся скорее! Судя по этим следам, Санта исчез между камерой и башней с часами. Но в следующем кадре искры падают над башней с часами. Тупые нет? Раз на Северном полюсе только один человек среднего роста, Санта-Клаус, то зачем было делать эту повозку такой большой, а не для размера эльфов? Проснись, проснись! Санта был здесь! Санта был здесь! Колокольчик. Кто подарил? Санта. Санта? Неужели? Сюжетная дыра. Такая же, как и в Хранителях снов. Если Санта и правда существует, и это он приносит подарки в рождественскую ночь, то о чем думают родители, когда видят утром какие-то левые подарки? О, жаль, что не звенит. Что такое? Когда-то почти все мои друзья слышали колокольчик, но прошли годы, и он замолчал для всех. Я стал взрослым, но колокольчик по-прежнему звенит для меня и для всех тех, кто искренне верит. И снова. Когда пацан вырос, он мог легко найти своих друзей с поезда и вместе вспомнить события той ночи. Так можно собрать ассоциацию людей, побывавших в Полярном экспрессе, и всему миру доказать, что на самом деле Санта существует. О, ребят, привет. Кстати, не забудьте про специальный подкаст по Звездным войнам на Яндекс.Музыке. Ссылки будут в описании и в комментариях. Удачи. Король ацтеков выпивал 50 литров шоколада ежедневно, но вместо сахара он сыпал в него красный перец.